Привет, малыш. Привет. Пусечка. Такая симпатичная девочка, хорошая, да? Ну что, рассказывайте, она что? Она контактная такая девчонка. Рассказывайте. Ну а что рассказывать-то? Вот подбросили раз... двоих, да? Троих. А вообще, вот, ребят, сказать, двое убежали куда-то. А-а-а. Туда вот, куда-то. Я не знаю. Стой. Вот она одна. Вставай, ты такая худенькая. Вставай. Худенькая. Вставай. Давай. Скажи, я спала так хорошо. Да. Вставай. Ну, вставай. Ну, значит, а это вот осталось, да? Что-то она худющая такая. Худенькая, она вообще не кушает ничего. Лапы, дисплазия. Да, вот лапы прям ставит. Лапки у нее. Лапушки. Да, полюсенькая. Худая. Ужасно худая. Да. Похоже на дисплазию, ну, конечно, врачам покажем. Уже конкретнее. Лапуся. Да, мы хорошие. Она очень контактная, такая добрая собачка. Все, вот ко мне жмется, жмется, все, вот такая вот. Допустим. Да? Давай с тобой будем фотографироваться. Вот скажи, я какая. Лапуленька. Да, хорошая собачка, контактная. Да, ласку любит. Вот такая вот жопка. Да, скажи, вот такая я. Вот. Посиди, посиди немножечко. Сядь, сядь, сядь. Вот. Скажи. Ходит она хорошо, ходит. Ну вот. Лапки у нее, да, вот такие вот, они немножечко деформированные. Вот, видите, да? Вот. Ты мушка? Клещей у нее всех вытащила, вот такие были. А, были клещи еще? Да, плюс да, ко всему да, надо да. будет обработать, конечно. Хорошая она такая, по-моему. А может клещ, поэтому она так плохо есть, стала вялая? Может пироплазмоз? Худющая прям вообще. Да? Ой-ой-ой. Прям вот скелет. Да, вот. Вон, сколько у нее там еды, она ничего не кушает вообще. Она вообще не кушает. Нет. И лапки вот такие вот. Да. Да? Ну что, поедем? Поехали. Чистая, хорошая прям. Да, моя зубка? Мушка моя, Холёси. Ой. Да ладно, да ладно. Да ладно, мой сладкий. Все. Девчушки тебя хорошо сделают. Вылетим после. Ой, спасибо. Не любит рыбу. Ага. В городе даже вообще тошнит. Нет, ничего ага. нету. Давай, сажай. Сажай. Красишка, давай. Угу. Хвост. Все? Маська. Дышит, как будто тошнит ее. Да. Она вот так вот почему-то реагирует, я не знаю. А, это она от страха так, да? Она от страха. А, понятно, не бойся. Не бойся. Да. От страха, да. Все, поехали. Покажем врачам. Все. Приехали мы с девочкой в приют. Ну что, пойдем? Пойдем в приют? Пойдем лечиться, малыш? Малыш, не бойся. Трусливая девочка. Справа не прослушиваются дыхательные шумы. Дышит животом. Сердечный толчок смещен. Справа плохо выслушивается в зоне, которая должен выслушиваться, в точках аускультации. Слева смещен тоже точки аускультации. Поэтому слева прослушиваются дыхательные шумы, без крепитации, без хрипов. Поэтому большой доли вероятности диафрагмальный брыж. Угу. Понятно. Значит, нам нужен рентген. Да. Ясно. А лапы? Вот видишь, передние как? Лапы – это результат хренового питания. Если нормально будет питаться и расти дальше, она выровняется.
Все будет нормально, да? Да, вырвется. Не так уж не. В общем, скорее всего, диафрагмалка, да, рентген операция. Ну, надо, да, делать рентген, конечно, я не могу на 100% уверять просто при осмотре. Ну, понятно, но я бы предположила, да, диафрагмалку. Угу. Хорошо. Возраст. Возраст. Месяца 2,5. Да, маленькая такая, 2,5. Ну, даже еще не начали, зубы никакие. Ребенок до завтра здесь посидит у нас. Давай, давай, кушай. Начала кушать потихонечку. Вот, а завтра сходим на рентген и посмотрим. Все, ребенок кушает чуть-чуть. Ну, кушай, малыш, не бойся. Риша, мы приехали с Ришей в ветеринарную клинику. Пойдем на прием. Ждем доктора, скажет. Смотри. Стоять. А собачка у Валентины Антоновны, да, остается потом в дальнейшем? Ну да, после операции. Ага. У вас сначала еще должна после операции? Ну да, она у нас похожа. Операция серьезная? После операции она у Валентины Анатольевны остается? Конечно. Хорошо. А хозяйка собаки кто? Или Валентина Анатольевна. Поняла. Здравствуйте. Его просто на стационар, да? Почему просто? Ее на операцию лечение надо. А, на операцию у вас. Диафрагмальная грыжа у нее. Угу. Причем очень серьезная. Да, ребенок очень тяжелый. Завтра его будут обследовать. Сделали снимок, пока определили только, что порвана диафрагма. Как она будет себя дальше? Но, похоже, ребенок хрустальный. На кислороде лежит после операции. Прооперировали, товарищи. Вот он просыпается уже. По состоянию. Состояние, конечно, у него тяжеленькое. Пришлось отрезать большую часть достаточно печени, потому что она была зажата ну, из-за того, что заскочила в грудную клетку. Поэтому прогнозы, они очень осторожные. Но так, в принципе, все неплохо достаточно-таки прошло. Вот. Шовчик, вот песик. Все, он остается в ставце анария.